А пока кипят страсти вокруг замглавы МВД, инцидент произошел с его подчиненными, обычными полицейскими на украинско-польской границе. Здесь возникли массовые потасовки из-за нежелания стоять в очереди. Водители нерастаможенных авто, или, как их называют пересечники, избили патрульных. Все подробности в сюжете Галины Якушко. Все произошло накануне ночью, ближе к полуночи. На пункте пропуска «Краковец» патрульные остановили машину. Водитель пытался объехать очередь, в которой находилось около 50 машин. Как он объяснил, его транспортное средство находится на иностранной регистрации, и у него истекает срок пребывания в Украине. Полицейский приказал ему не нарушать правила, тут и завязалась потасовка. Особи скоювали адміністративні правопорушення, порушуючи правила дорожнього руху, не дотримуючись черги руху. Пассажир и водитель пытались повредить патрульный автомобиль. Сняли с него номерные знаки и выбросили в кусты. Затем сцепились с полицейскими. Одного нарушителя патрульным удалось задержать, второй убежал. А на помощь задержанному подоспели другие водители машин с польской регистрацией. Около 40 человек. Сядь в машину! Сядь в машину! А что ты робишь? Куда я машина затрапила? Дай номер, что ты робишь? А что ты сделал? Ты что, прикалываешь? Дивись на машину, кинешь... Алло, пацаны! Дайте тому п***ю в кинтово в кольцо, не бьешь, а коп... На помощь полицейским прибыло еще 6 патрулей. Им удалось усмирить перепалку только через 30 минут. Двое патрульных получили ссадины и ушибы, а двоих зачинщиков задержали и направили в Яворовское отделение полиции. Им грозит уголовная ответственность за нападение на полицейских во время исполнения обязанностей. А это тюремный срок до 5 лет. Винуватцев данной події было затримано и доставлено в Яворовский відділ полиции. Им инкриминуют криминальное провадження за крадіжку номерних знаків і, відповідно, за опір працівникам поліції. Как утверждают местные жители, конфликты в очереди на границе случаются часто, ведь они формируются в основном из владельцев нерастаможенных авто, которые обязаны пересекать границу каждые 5 дней. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область.